Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи интернет-магазин попадив10.ру. Сегодня к нам на видеообзор попал пневматический пистолет Gamma P900. Это простенький пистолет, тренировочный. По классу идет пружинно-поршневая переломочка. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что внутри. Открываем коробку и что мы внутри видим. Собственно, сам пистолет. И небольшая инструкция. Книжечка на английском языке с картинками. Даже это, скажем так, не книжечка. Файер. Вернемся к самому пистолету. Пистолет выполнен из пластика. Относится к спортивным пистолетам длиной приблизительно 30 см. В качестве прицельного приспособления используется по умолчанию мушка и целик. По поводу дополнительного прицельного приспособления, возможно, вот сюда можно закрепить этот оптический прицел, но я не уверен. Нужно было проверить. Далее. Модель снабжена предохранителем. Вот он, двухпозиционный, кнопочный. Сейчас он заблокировал спусковую клавишу. Нажимаем его еще раз. И спусковая клавиша активна. Взводится следующим образом. Давайте вот так вам покажу. Вот. Переломили ствол. Вставили пульку. Я сейчас использую самые обычные наши русские пули D. Весом 0,65 грамма. И вставили пистолет. Сейчас пистолет заряжен. Автоматически на предохранитель не встает. По поводу мощности. Сейчас, подождите, я его разряжу. У нас есть мишень подготовленная. Стреляет пистолет достаточно громко. У нас камера наверняка приглушила, но учтите, стреляет он громко. Он при этом достаточно мощный. Скорость выстрела приблизительно 170 метров в секунду. Отдельный выстрел получается и больше. Это при стрельбе стандартными пульками полграмма. Модель приятная, удобно лежит в руке, стоит недорого. Сможет вам помочь приятно провести время на природе. Это как один из факторов. Теперь далее. Он легкий. Пистолет можно применять для стрельбы даже детям, потому что он легкий, но и с ним справятся все, кто его возьмет в руки. На этом, пожалуй, и все. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин попадив10.ру. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. Если вы хотите приобрести данный пистолет, ссылка на пистолет находится внизу видео. До свидания.